Свет вернулся в КБУ. После 3 суток без электроэнергии руководство ресурсопоставляющей организации обратилось в прокуратуру и правительство Новосибирской области. Напомню, причина отключения из-за якобы имеющейся задолженности. И хотя Новосибирскэнергосбыт вернул электроэнергию предприятию еще 1 февраля, полностью наладить работу в прежнем режиме не удалось и сегодня. Дозвониться берчане на единый контактный телефон до сих пор не могут. Как пояснил руководитель организации Анатолий Пронюшкин, причина заключается в некорректной работе сервера, который был поврежден из-за скачка электроэнергии. В ближайшее время специалисты устранят неполадки, и позвонить в КБУ станет вновь возможным.